Так проходят мои сборы домой. Сейчас я поеду к тыковке. Поздравлять ее с прошедшим днем рождения. Посмотрите, какие у меня красивые розы. Я надеюсь, они меня доедут, потому что они держатся буквально с помощью тряпочки и холста. И тут у меня еще небольшие покупки. Ну и еда, конечно же, есть. Вот это я вам уже показывала, что я ей дарю. Правда, не знаю, как она его закрепит, но ладно. Следующее у меня тут есть вот такие вот два миленьких значочка по ее любимой аниме. Аниме называется «Темный дворецкий». И вот такой вот, да, конечно же, вот такой вот огромный вымпел. Я тоже планирую себе купить вымпел, но с моим аниме вымпела пока нет. Так что вот так вот сейчас я поеду. На улице ужасно жарко. Надеюсь, мы выживем, и мои цветы не перевернутся. Конечно же, я опять забыла снять реакцию моей подруги на подарки. Ну ладно. Еще были в фикс-прайсе, и вот что купил мне парень. Куча-куча манги, просто огромное количество. Я не знаю, зачем, но я очень рада за него, что он все это купил. Я не такой большой фанат манги. У меня есть одна, и мне хватит. Еще у меня есть две книги по дораме. И все, я предпочитаю больше смотреть. Потому что мне, в принципе, при переезде таскать книги не очень удобно. Поэтому я пока что смотрю все. Да. Все, мы планируем съездить к тыковке, уже отметить ее дыры 10 вечером. Надеюсь, что получится. Вот такие дела. Сейчас я скоро поедем домой. Практически все дела сделали. Я еще купила себе спортивный топ. Не знаю, зачем он мне нужен, но его можно использовать как, знаете, купальник. То есть велосипедки у меня есть подобного материала, и теперь есть топ. Так что, если что, могу и купаться в этом. Почему бы и нет, в принципе, да? Топик. У него спереди есть молния. Он выглядит довольно-таки большим и объемным. На самом деле нет. Он инчинемовский. Очень даже удобненький и плотный. Да, так что он не для жары, но он есть. Мне очень понравилось, как оно качество выглядит, очень все красиво и лаконично. Подруга купила мне алмазную мозаику, вот такую вот интересную, тут кучу-кучу роз. Возможно, сегодня вечером займусь ей. Выглядит очень даже красиво и насыщенно. Да, спасибо тебе большое.